Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Final Play. Мы с вами сегодня будем рубать. Рубать будем в драчули, короче говоря, под названием Science Combat Super Interessante. Здесь будут у нас драчутся между собой самые знаменитые личности из науки, судя по всему, потому что это так и есть, я прочитал же описание в конце концов. Эта игра находится на бразильском, по-моему, сайте вообще с португальским языком, но есть, короче, английский, и это хорошо. А нам предлагают здесь сразу, короче, поиграть либо турнир, либо единичный файт, собственно. А единичный файт мы с вами, наверное, не будем выбирать, потому что, ну, кто мы? В конце концов, еще мы тут единичные файты будем проходить. Мы сразу сделаем торнамент и затащим вообще нормально. Так, кто у нас ученый? Ты выбери, говорит, ученого. А Эйнштейн и все. Хокинг, я больше никого не узнаю, если честно. Как выбрать-то? Это что такое? Давайте, не знаю, возьму вот этого Гэндальфа. А, тут написано. Так, Питагорас. Питагорас? Философ Греции. Питагорас, подожди, там может не так написано. Альберт Эйнштейн, физик. Чарльз Дарвин, натуралист. Никола Тесла, инвентор, представляешь? Исаак Ньютон, физик. Стивен Хокинг, космологист. Что это за космологист? Мария Кюри, химик. И Алан Тьюринг, математик. Ну, я даже не знаю, кто из них всех чётче. Опа, сразу, смотри, Эйнштейн, короче, сразу какая-то великая, видать, фишка. Так у неё Дарвин все настроился, короче, рубить лица людям. Этот, судя по всему, будет нас электричеством стрелять, да? Так, этот... Блин, ну давай я возьму, короче, Теслу. Он, смотри, он прям тащит такой, он сразу. У него прям не хватает двух сфер просто электрических в руках, чтобы он тащил как следует. Поехали. Так, это значит прыгать. Left hit, heavy hit. А расширенные команды какие? Так, ладно, VE, и на это прыгать. Без проблем, поехали тащить. Реальная версия, почему-то не знаю, что это такое. Вроде на сайте какая-то реальная. Мужская дружба, одно из лучших. Тихо. Вау! На! Иди сюда, Дарвин, я тебе покажу сейчас, сука, теорию эволюции. Иди сюда! Я тебе покажу, кто вытащит эту эволюцию, дружище. Тяжелый удар. А что тяжелого? Нет, удара-то я не понял. Ну ты чё, алё? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. На-ка! А, вот он, тяжелый удар. Ну ты чё, Дарвин, давай. На! Ну убивай его в конце-то концов, Дарвин. Чё-то твоя теория эволюции не работает ни хрена, потому что я тебя... а ты чё, эволюционировал, что ли, не понял? Чё-то случилось, сейчас я не понял. Ну какой-то появился в лысого, в голову, в какого-то, ни хрена себе. Следующий поединок, ну давай следующего. Есть музыка, огонь вообще. Жизнь, как поездка на мотоцикле, сохраняй свой баланс, ты должен что-то там. Кому не... Слышь, Эйнштейн, ты ничего там, ни хрена себе, два... Слышь, ты что такое делаешь-то, алё? Ты как так вытворяешь-то, Эйнштейн, ты завяз... А ты что пуляешь-то, алё? Опа! Это что сейчас было такое? Я что-то, смотри. Я что-то... Что за пушка-то? Как ее взять-то? И как? Да подожди, Эйнштейн, я пушку! Я пушку! Сука! Отдай пушку и постреляю, все. И как не стрелять? Ну я понял, это такая вниз-вперед, как всегда, во всех, короче, играх вниз-вперед какая-то коронка. Да давай уже, Эйнштейн, отсюда! Я беру пушку, не понимаю, как ей пользоваться, что за херня. На! На! Да у меня есть супер... Вот опять пушка. Да хватит стрелять так нечестно, у меня есть пушка, я тебя в твоей тонице не стреляю, слышь? На! Смертельное тесловское запястье, ты понял? Нет, и все умерли, короче. Осталось 6 бойцов всего. Делов-то, поехали. А мужики проводят с бумагой, карандашом и какой-то чем-то там объекты, короче. Тихо там, Тьюринг, и сюда. Рядом с твоей машиной порубаем. Ну давай, давай, давай. Тут у меня атаки такие все какие-то одинаковые. Я тебе сейчас короночкой надаю, слышь? Это чё? Это чё за говно-то? Алё! Чё тут за своих подма... А вот я стрелять научился! Ты сы завязывай, слышь? Машинист едит твою мать! Ты давай, люди, меня не кидайся у меня!
Стоять, падла! Ну ишь ты, я тебе... Куда ты прыгаешь, тут ляжки свои расставляешь? У меня смертельные запястья Теслы, понял, нет? На! Быстрее пушку ему достреляй, ты сейчас не достаешь. Тесла такой, знаешь, понтовик. Он, короче, достает, а пушку, но еще не стреляет. Типа, страшно, сука! И все. И типа, человек должен спорить. Да иди ты нахрен своими людьми, слышь? Иди сюда, сказал. На! Как стрельнуть из пушки, мне кто-нибудь объяснит, нет? Тесла, ну в конце до концов. Где твои обещанные сферы на обеих ладонях? Чё за... Да отстань, ты меня сейчас выиграешь, слышь? Сука, запястье Теслы, падла! Смертельная коронка, реально, запястье Теслы просто рулит. Kudos, you won. Kudos. А будь серьезным о людях и больше серьезным о идеях, сказала Мария Кюри. Сюда иди. Женщин не бьют, но, сука, ты у меня сегодня отхватишь. Пошли, на, на! А? Чё руки-то свои выставила? Пойдем, я тебя просто втопчу сейчас в землю. На! Смертельное запястье Теслы. Работает абсолютно на всех. Возьми этот прием на вооружение, мало ли чё. Хай, сразу! Если кто-то подходит к тебе, ты такой, слышь, чё, пацаны, не надо. Пацаны, не надо, я обучался. Они скажут, чему? Ты им скажешь, смертельное запястье Теслы. Над тобой, конечно, посмеются, но как только им в пятачину, сука, прилетит смертельное запястье Теслы, сразу все смешки отпадут, потому что... Они не знают, что такое смертельное запястье Теслы. Так, подтверждение, внимание, через материя должна быть ограничена людями. Давай, Стивен, на что... слышь, ты своими черными дырами мне тут не надо. Свои черные дыры в космосе оставь. Изучаешь нахер, изучай! Я изобрел электричество! Или кто там его изобрел? По-моему, Тесла же что-то там открыл. Я изобрел электричество, я имею право им драться, понял? А ты не имеешь права твердить. Ты, сука, не до конца изучил черные дыры, ты чё? Ты чё, Хокинг, смертельное запястье Тесла что ли захотел? Это единственный прием, который я умею. Да отстань, Хокинг, что ты делаешь-то? Смотри-ка, ни хрена себе, он их до конца не изучил, ничего толкового про них сказать не может, а уже им пользуется. Ты монитором-то меня не бей, слышь? Я тебе сейчас прокачаю тачку, у тебя монитор перестанет работать, алло. Да ты хорош, слышь. Хоть на! Своим же собственным монитором по щам получил, на! Смертельная пятка Теслы. У Теслы все смертельно, вообще смертельный Тесла весь полностью. Красава, Сал Стрибоя. В будущем дайте мне на я что-то там и бляха Тесла против Тесла. Вот это внезапный бой. Так, Тесла, слышь? Тесла, ты не дури. Тесла, иди сюда. Тесла! А чё я не деру? А, не те кнопки. На-ка! На-на-на-на! Бляха, смертельное запястье Тесла не действует на Теслу, вы чё? Да убери свою пушку. Алло, на-ка! На-ка, пойдём. Как этим стрелять-то? Как? И как? А стрелять-то ты будешь? Тесла по яйцам хватанул! Вот так-то, Тесла, когда не работает смертельная пятка Теслы, смертельное запястье Теслы, есть секретный удар Теслы по яйцам! По яйцам ему! Бей Теслу по яйцам! Ты чё, сел-то, яйца жалко, что ли? На, сука, смертельные яйца! Просто бросил его вниз, просто бросил как никчемного человека, потому что Тесла здесь настоящий только один. И это Тесла я, поехали, next fight. А, правда всегда находится и никогда чьё-то там, сказал Ньютон. Ну окей, сука, сейчас ты эти яблоками вообще тебя задавлю твоими же яблоками. Яблоко давай сюда! Секретный супер прием, пушка Теслы, яблоко, херабл... Слышь ты. В то время нянкота еще не изобрели. Ты чего, охерел радугами пользовал? Да нельзя так, слышь, твои эти полигоны, пирогоны, эти нихера себе, это нечестно. Сука, пушка у меня не работает, что за херня-то? Да хорош ты, нян Ньютон. Не надо так делать больше, а то я тебя выхвачу сейчас. Да хорош, слышь. Это херня такая, в которую входит солнечный луч, она растыкивает его на... как это правильно назвать-то? Вот на это вот. Или сюда, Ньютон. А чё он у меня яблоко бедается? Он меня накормить хочет, что ли? Ты чё, хочешь, чтобы я стал толстым и умер, что ли?
Ты так и делал, Ньютон, иди сюда. Вот так-то. Да хорош. Вот это я ему вжарил, ты видел? Магия-то Хогвартс на выезде вообще. Если никто ничего не понял. Остался последний. Поехали. Как его зовут? Забыл. А, точно. Путагорас. Что-то, может, как неправильно читаю? Пентагон. Какой-то слабый. Эй, ты ни хрена себе, а смертельная, слышь? Что это такое? Ты чё, алё, иллюминат? Он видал, он... Лёха, у меня здоровье меньше, смотри. Он иллюминат, ни хрена себе. Он, смотри, он делает иллюминаты, я тебе отвечаю. Он делает треугольники, смертельная Тесла не помогает. Ты чё делаешь, собака? Путагорас, Путагорас-то, ты кто такой-то, признайся? Это иллюминат! Но я тебе серьезно говорю, ты настоящий, я тебя сейчас, слышь. Да... Вот это сейчас фартануло вообще. Ты видал, там вообще ничего не оставалось. Следующий матч. Да ладно? Серьезно? Все подряд, что ли? Нихера себе! Алло! Да вы что делаете-то, бог? Ты же, бляха, муха. Вы чё? Отстаньте! Чё у вас так много-то? Да вы чё все пойдёт, сука, сейчас смертельная запястка. Ты иди ты, слышь? Одины, херодины, тут все подряд, что ли? Ну-ка. Бог умирает, как так? На, эй, Зевс, тебя сюда не звали, а? Сука, это мое электричество, понял, Зевс? Не лезь вообще не в свое место! Не умира! Здесь музыка просто прям, я не знаю, кто эту музыку пишет? Что это за святой человек? Кто пишет музыку к этим играм? Ты просто вслушайся. Она, знаешь, она какой-то такой вот, я хрен его знаю, как правильно это назвать, но она прям... Эй, все что ли? Ты чё? А я открыл бога, нет? Почему? Почему я не открыл бога? Что за хрень? Я же прошел, я должен был за бога играть. Хрень какая-то. А чё, музыки не будет что ли? Эй. Давай любого Эйнштейна. Я просто музыку хочу раз послушать, чтобы подольше поговорить. Ну блин, ну музыка реально классная. Давай ее включай. А это не та, по-моему. Короче, неплохая такая игрушечка. А нет, это она. Мне даже не важно, что меня бьет Тюринг, касает меня. На, эти сверхушки, сука, не сейчас пропишем. Блин, классная игрушка. Я не знаю, в чем прикол вообще таких игр? Это только в том, чтобы в них поиграть. Посмотреть, это... Игры полностью входят в нашу жизнь, понимаешь? Уже детей даже, это можно школьно-дошкольников обучать и рассказывать, что ребята, вот были такие-то великие ученые, они изобрели то-то, то-то. Они сказали, а что они изобрели? И тут раз тебе, сука, Эйнштейн свертухану прописывает Тьюрингу и говорит, падла, уйди! Да почему-то Эйнштейн... Я его даже ни разу не ударил. И они будут знать, кто чего изобрел. Прикольная игруха, так, знаешь, на раз. Если бы здесь можно было играть с кем-то, было бы еще веселее, по-моему. Но там вроде как выбора другого компьютера не было. А может быть и было, кстати. Ну-ка. Как выбрать второго человека? Никак. Прикинь, нельзя поиграть друг с другом. Это печально. Но игрушка вообще хорошая. Здесь можно поизучать все короночки. Понадавать по щам всем за всех. И просто получить много удовольствия. Но Тесла, смертельная Тесла, вообще смертельная Тесла. У Теслы смертельная все. Мы этим Тесла просто убили всех абсолютно, даже бога завалили. Да такое бывает, потому что Тесла. Потому что вот так вот. Наука. Ссылка на плейлист остальные вынесли в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующих вынесах, ребят. И всем пока. Ай, такая накачал, я не знаю. Можно слушать просто неделями, прям. Короткая мелодия, обычная, но не.
ничего, ну простецкая, медишная какая-то мелодия. И качает похлеще современных. Все, всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.